Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. С вами компания Арбат Хоумс и я ее представитель Оксана. Спросите, где сейчас я нахожусь? Я нахожусь в районе ТДМ, в прекрасном ресторане «Эйфель». Этот ресторан знаменит тем, что здесь очень много посетителей, как турецких, так и славянской национальности. Адана кебаб, кушбаши, разнообразные пиде, куча закусок, все вы можете отведать здесь. Мало того, по четвергам и по пятницам здесь проходят вечеринки, где можно потанцевать, отдохнуть и послушать музыку совершенно разную, начиная от русской, заканчивая джазом. Пройдемте посмотрим, что есть в ресторане. Мясо, рыба, всевозможные закуски, все вы можете отведать в этом ресторане. Желаю вам приятного аппетита и хочу еще сказать, почему я нахожусь здесь. Потому что здесь недалеко строится замечательный комплекс, на который мы с вами попадем позже. Заливается котлован и уже непосредственно оттуда я вам расскажу более детальную информацию. Как видите, мы уже находимся здесь на проекте и видите своими глазами, что непосредственно идет строительство полным ходом. Это будет отдельно стоящее 14-этажное здание в газифицированном районе ТДЖ города Мерсина. Что будет в этом комплексе? Бассейн детский, бассейн взрослый, будет детская площадка, баскетбольная площадка, зоны барбекю, охрана 24/7 и несколько видов квартир 1+1. Здесь квартиры только 1+1, но несколько типов. Квартиры разной планировки, сейчас я расскажу, приблизительно будут какие метражи. Кухня-салон, совмещенная 19,75, комната 11,6, ванна 6,2 квадратных метра, коридор 5,3, в каждой квартире будет по два балкона, 6,75 квадратных метров и технический балкон 3,95. Второй тип квартиры, кухня-салон 18,8, комната 10,9, ванна 5 квадратных метров, 2 балкона по 3,5 квадратных метров. Третий тип квартиры, салон-кухня 18,85, комната 11,10 квадратных метров, ванна 4,25, коридор 4,5 квадратных метра и 2 балкона по 3,5 квадратных метра. Для того, чтобы приобрести квартиру в этом комплексе, вам необходимо связаться с нами по телефону, который вы видите на экране. Условия такие: 50% – это первоначальный взнос, остальное – до окончания строительства. Заканчивается строительство в апреле 2023 года. А также хочу добавить, что мы в конце мая, компания Арбат Хоумс и Асымбей, ждем вас в Казахстане. Для личных встреч также пишите по телефону. С вами был Мерсин, жаркое солнце, теплые дни – прекрасное море, и я Оксана. Всего хорошего!